там этих всех... В России изменились правила для гастарбайтеров. С Нового года им выдают единый трудовой патент, налог за который идет в муниципальные бюджеты. Алексей Чебураков доложил губернатору и о том, что в УФМС хотят поменять работу отделов иммиграционного контроля. Сейчас в каждом городе и районе они подчиняются только краевому ведомству. Рычаги управления хотят передать на места, территориальным отделам. Опыт уже у вас хороший, вы работали заместителем, да, в Ростовской области. Да. И, в общем-то, проблемы, они во многом схожи. И я очень надеюсь, вы с учетом опыта и того, что вы южанин, и знающие наши проблемы не понаслышке, в общем-то, активно вольетесь в работу, измените во многом и качество, потому что миграционная служба, проблемы, они остаются, они волнуют жителей нашего региона. Вы должны выстраивать миграционную политику в этой плоскости, в этой логике. И я думаю, что ситуация на рынке труда и в целом в жизни повседневной изменится в лучшую сторону. Мы постараемся систему миграционного контроля так сделать, чтобы она была входила в муниципальное образование. Они знают и владеют миграционной обстановкой на территории своего муниципального образования, и они могут своевременно отреагировать. С учетом этой системы мы переподчиним, и оно будет, естественно, система подчинения, система контроля и улучшит, я думаю, миграционную составляющую. На встрече Александр Ткачев поинтересовался, как идет работа с украинскими беженцами, в том числе их трудоустройстве. Сейчас они могут получить временное убежище и подать документы на работу в Краснодарском крае. На Кубани живут больше 38 тысяч беженцев из Украины.